в Хересе, когда это произошло. Это было не впервые, это всего лишь первый раз, когда это попало в кадр. И все такие: «О, мужик, это было сумасшествие». Но твоя реакция основана на выживании, понимаешь? Ну ты понимаешь, у тебя есть инстинкт выживания. Знаешь, когда перец носит, ты прикладываешься на колено, стараешься вытащить его обратно, выровнять. Ты знаешь, как это сделать, и все зависит от того, получится ли. Иногда ты теряешь, передняя уже стоит не прямо, тут без вариантов. Скользишь и отпускаешь подальше. Я понимал, и потом, потому что там небольшой наклон в первом повороте. Когда я упал, я знал, что там будет расширение в виде ограничителя. Пока ограничитель впереди, у тебя еще есть шанс. Ну и берешь, толкаешь, толкаешь. Вернулся. Ерунда, как два пальца. Я обернулся и увидел, как четыре парня в фанатской зоне сидят, и челюсти у них из разряда «Ты это видел?» Это была моя первая мысль. «Ты это видел?» Ну ничего, сработало, было забавно.